Клубская команда «Клуб» прекращает всяческое физическое действие. After the stop, not action. Желаю удачи, полна. Рефери дают наставления на русском и на английском языке, чтобы спортсмену из Польши было понятно. И начинается бой. Вот Юрий лоу-киком сбрасывает поляка на пол. И пытается такими хлесткими ударами нанести лоу-кик, травмировать. Ну, поднялся поляк, уловил момент. И бой продолжается в стойке. Напоминаю, что и один, и второй спортсмен являются выходцами из ударных видов спорта. Тайский боксинг, боксинг и амельянчик ушусенда. Поэтому для них больше приемлема ударная техника, нежели борьба. Вот такой высокий хай-кик тяжелый в голову Юрию Горбенко. Руки опущены, зря надо. Прижались они к стенке клетки. Пытается блокировать удары амельянчика Горбенко и выйти из неудобного положения. Переходит в квартер. И вот идет захват на болевой на руку. Не получилось пока ничего, но у амельянчика. Слишком очевидно пытается он захватить руку на болевой. Но Юра пока ничего противопоставить не может. Получает 2-3 удара в голову. Да, конечно, весовая категория, разница 15 килограмм дает о себе знать. И в данном случае в партере это очень ощутимо. Сбросить такого соперника с себя очень тяжело. Пытается сейчас взять на удушающий Юрия Амельянчик, но Юрий сам вырывается и... Теперь еще сверху Юрий. Но это еще не победа. Надо встать. Зал скандирует, поддерживая Юрия Горбенко. Вот встречный удар получает с левой руки Горбенко в голову. И удачный лоу-кик проходит. Не знаю, насколько он сильный. Да, Юрий надо держаться на дистанции. Партер для него в данном случае не нужен. Высокий хай-кик опять со стороны поляка. Thank you.
Резкий рывок за ноги, и опять Горбенко находится на полу. Как-то неуверенно поляк пытается сделать болевую на руку. Точнее, даже не знаю, как это сделать. И заканчивается первый раунд. Напоминаю, что форма проведения поединков 2 раунда по 5 минут с минутным перерывом. Поединки проходят по правилам ММА. Мы напоминаем, что сегодня впервые спортсменам будет вручен кубок. Владимир Юшко из Беларуси пытается помочь дать наставление Юрию Горбенко и земляка Игоря Волчанчина. Кубок будет вручен победителям в трехвесовой категории до 77 кг, до 84 кг и свыше 93 кг. А сейчас вы услышали, как Игорь Никулин сделал объявление о том, что в каждой весовой категории, а их три на этом турнире, будет вручен кубок от Игоря Вовчанчина. Вручен будет чемпиону, соответственно. Итак, второй раунд. Тяжелый поединок, конечно, для Юрия Горбенко. Сейчас прошел удар с правой руки. Юрий Горбенко попал, но надо было дорабатывать. Тяжелые удары Омельянчика. Боксерский уклон сейчас провел Юрий Горбенко, но надо было самому бить, а он просто проваливает поляка и ничего не делает. Да, тут в данном случае, конечно, нужна хорошая боксерская техника, чтобы работать по корпусу в данном случае, поскольку корпус именно открыт у поляка. Ну вот опять переходит Омельянчик в партер. И сейчас будет попытка следующая взять руку на болевой. Попытка неточных ударов. Ну и вот, и все. Да. На этот раз удачная попытка на болевой. Взял на скручивание руку в локте. И Омельянчик одерживает победу. Итак, болевым приемом в этом поединке победу одержал наш гость из Польши. Даниэль Омельянчик. На третьей минуте второго раунда болевым приемом на руку победу одержал Даниэль Омельянчик!
Польша, город Варшава. Ну что ж, Даниэль выходит в финал и борется в финальном поединке.